Так, сегодня у нас на обзоре расширительная плата для серверного блока питания. Что она из себя представляет? Плата с разъемом и с кучей мамок 6 пин, на которой есть переключатель, Start Light и Synchronization. Start Light... Starting, ага, ёпта. Короче, он включает блок питания. Блок питания. Чувак, у нас загорается цветомузыка. Начинает показывать напругу. Это шасик, что ты снимаешь? Так, молчать. И, короче, загорается светодиод. Вот тут наш Razer убийца горит. Показывает, что 12 вольт есть. Что у нас интересно? Так, хоре светить. О, грабли всунул, подожди. Оп, тушим. Так, пройдемся по тому, что у нас тут есть. А что у нас? Блин, тень. Что за еды твердит? Короче. Так, смотрим. У нас есть вот цей разъем для синхронизации. Это вы берете БПшник, короче, компьютерный. Втыкаете питание от флопика. Переводите переключатель в сторону Synchronization. И он будет запускаться вместе с вашим компьютерным блоком питания одновременно. Если хотите запустить вручную, переключаете стартинг. И он включается. Вот, сколько здесь? Раз, два, три. Так, 6, 12 разъемов. То есть можно подключить хорошую майнинг ферму. Вот, можно подключить 6 райзеров и 6 доп. Питаний на карты. Ну, вот такая вот штучка. Всем пока.